Ну а пока к другим темам. Он покорил большинство крупных вершин, но Альпы оказались сильнее. Брачанин Александр Разорвин погиб во время подъема на швейцарскую гору Маттерхорн. 65-летний спортсмен совершал восхождение с двумя товарищами и шел в хвосте группы. На высоте 3800 метров мужчина сорвался вниз. Очевидцы тут же вызвали подмогу, но спасти его не удалось. По словам специалистов, на высоте свыше 3000 метров воздух уже разрежен и нагрузки переносятся труднее. Но для такого опытного альпиниста это не должно было стать проблемой. Поэтому как основная рассматривается версия остановки сердца. Но для Саши я не думаю, что это была уж такая высота. Акклиматизация у него была приобретена здесь в Саянах. То есть это все было нормально. Что там произошло? На мой взгляд, вот случай показательный для возрастных альпинистов. Впрочем, и в молодом возрасте можно не избежать трагедии, как подтверждение происшествия на Альхоне. Там на минувших выходных во время экскурсии погиб студент Техасского университета Элмер Харетте, прибывший в Россию по обмену. Он отправился в пешую экскурсию по острову в составе группы из 20 человек. По словам очевидцев, молодой человек сорвался со скалы и скончался еще до прибытия из Хужира врачей и спасателей.